небо радуйся, и потереку радуйся, твой сын воскресе три дни над гробом, и мертвые воздвигнулые люди, веселитесь, светися, светися, новый Иерусалим, слава Богу Господня на тебе воссия. Ликуй ныне, веселися сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородице, осени Рождества Твоего. Спасибо, Господи, помилуй раб Твоих, милующих и питающих нас. Спаси всех страждущих, болящих, в темнице сидящих, нищих, сирот, вдов, священство, иноческий чин, трить церковную, вся православные христиане, избавь от всяких скорби, гнева и нужды, от всяких болезней душевной и телесной, и полезной душам нашим сотвори. Господи, помилуй, Господи, все. Господи, помилуй. Людмила Степановна, помолитесь о занятии. Господи, благодарю Тебя за этот день, благодарю Тебя за веру, дарованную мне, благодарю Тебя, Господи, за всех братьев и сестер, с которыми я столько лет прожила. Господи, как я рада, что попала в такую церковь, Господи. Сохрани, обереги и спаси наши души для вечности. Тебе слава веки, Отец, Сын и Святой Дух. Посылаешь нам пищу во свое благоволение, Господи. Насыщаешь наши тела, Господи, чтобы мы могли служить Тебе. Тебе слава веки, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Эти вот чистые стаканы. Это туда ставим. Сейчас поставить, сейчас нужно. Эту нет.